Я не говорю лестные слова в адрес кого-то в части подхалимажа. Нет. Этот человек хоть что-то делает, хоть пытается. И реформа... Неужели надо было ждать 18 лет, чтобы реформировать правительство? Или, скажем, та же инициатива по реформированию избирательной системы. Вы знаете, я не подбиваю кому-то, это меня, может, и вообще не интересует позиция одного или другого. Меня интересует моя жизненная практика, вот которую я прошел, и видения, которых я вижу. Вот. И я хочу сказать, что одномандатные округа – это действительно выход из этого тупизма, политического тупизма, где мы находимся сегодня.